Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом по заработку криптомонеты Tron. Это, ребятки, инвест-проект. И я делюсь с вами только информацией, где я работаю и зарабатываю. Я сразу говорю, никого не принуждаю, не призываю инвестировать. Я просто делюсь информацией. Так, значит, проект называется TRXHT. Регистрация. Мобильный телефон вводим. Давайте сразу зарегистрируюсь. Вводим пароль. Повтор пароля. Здесь инвайт-код. Инвайт-код пригласителя. И вводим капчу. Нажимаем сигнал. Так, код у меня неправильно я ввела, ребятки. Я так и знала, потому что я слепая. ВЦ. 4.9. Все, я зарегистрировалась. Вход по мобильному телефону и паролю. Какие проекты? Это уже на моем счету 7-й проект, ребятки. Значит, ну и встречает нас табличка такая. Здесь можно веб-сайт, как бы, телеграм-группа и все такое, это перевести и почитать эту всю информацию. Закрываю, она мне не надо, я потом присоединюсь, конечно же. Нам при регистрации мне дали 5000 бонусных TRX, это $393. Неплохо. И что я хочу? Я сразу сделаю, ребятки, депозит. Так как депозит здесь обрабатывается вручную. Кликаю депозит. И минимальный депозит здесь от 5 TRX. От 5 монет. И депозит обрабатывается 5-10 минут. Ну, пока я микрофоню, как бы. Вот. Депозит придет. Покажу вам кабинет. Копирую я вот этот адрес. Я скопировала. Иду в Tron Link. Кликаю Send. И что? Я вставляю. Нет, вот сюда я. Так. Не так. Подождите. Вот сюда я вставляю адрес кошелька. Проверяем. И я буду закидывать 30 монеток. Кликаю Send. Так. Проверяем. И отправляем. Все. Мои монетки ушли. Так. Далее. Я закрываю и кликаю вот на красную вкладочку. То, что я отправила монетки. Все. Теперь давайте пройдемся по вкладочкам. Вкладочка. Это здесь будет первое отображаться наши партнеры. Первый уровень, второй, третий. Здесь профит лист. Вот то, что мне дали 5000 бонусных. Плюс мои 30 монеток. Пришли монетки, как видим, 5000, 30 монет у меня стало. Далее. Трансфер базик можно вот с этого перекинуть на этот баланс, чтобы зарабатывать еще больше. А можно, ребятки, вот этот с этого баланса выводить. Возвращаюсь. Здесь изменить пароль. Вкладочка шары.
находится наша партнерская ссылочка. Вот она. И QR-код, или как он там называется. Так, здесь у нас информация. Если мы закрыли вкладочку, которая вот у нас была, когда мы только зашли в кабинет, вот она здесь. Все это можно все изучить и прочесть. Также здесь указано, сколько мы будем получать по депозиту. От 5 до 30 тысяч, 5% ежедневно. Так. Возвращаюсь, опять возвращаюсь. Ну и все такое. Значит, в трейдинг мы будем собирать монетки 24 часа. Вот так кликать. Нет, трейдинг, подождите. Переводим на русский. А, посмотреть все. Понятно. 7%. Это китайский. Переведено с китайского, что ли? Ладно, возвращаемся. Также здесь Home. Домашняя страничка. Вот мой баланс. Здесь также это все можно почитать, посмотреть. С какими биржами они сотрудничают. Здесь вот внизу указано. Так. Также вкладочка «Вывод», «Депозит», реферальная ссылочка – это выход. Ну и все такое. Далее вот здесь трейдинг я показала. Также можно нажать вот здесь значок шары. Будет реферальная ссылочка. И «Майн баланс». Я кликаю «Вывод». И в данный момент у меня на балансе 1.50 TRX. И здесь вот так кликаю «Базик». Потом я в других проектах кликаю на промо вот этот аккаунт. И когда, если у меня здесь есть денежки, они у меня бывают, я их вывожу. Далее. Опять я возвращаюсь в базик аккаунт. Я удаляю. Ставлю 1.50. Ставлю сюда точку. Иду в свой кошелек. И я копирую вот адрес своего кошелька. Кликаю. Скопировала. Вставляю сюда адрес кошелька. Здесь пароль уже стоит по умолчанию. Кликаю. Вывод. Все, мои монетки вывелись. Иду опять в кошелек. Кликаю. Вот мой депозит 33x я вкладывала. 1.5-3x я поставила на вывод. Как я вам уже, ребятки, сказала, у меня вот этот проект, он по счету уже 7-й. У меня еще 6 таких проектов. Это самый первый. Я вот с утра захожу как бы и ежедневно вывожу монетки. Сейчас я вот это все продемонстрирую в режиме онлайн. Что я делаю? Здесь у меня ничего нету. Так, сейчас. Ой, я иду сюда. Собираю свои монетки. Я еще сегодня... Утро у нас. Еще ничего не собирала. Так как стала сразу регистрироваться. Ой. Не туда нажала. Раз в день это все. И вот 0.25 3x. Снять со счета. Кликаю все. Адрес. Вставляю. Снять со счета. Yes. Все. Вывелись. Идем в TronLink.
плюс 0,25, 3х видим, да? Второй мой проект. И вот так я по порядочку иду, собираю свои монеты и до следующего дня. Вроде я закрываю. Легко получить. Окей. Так, здесь передача я проверяю. Здесь тоже у меня пока ничего нету. Так, снять со счета. Здесь у меня 0,53x. Все сюда вставляю адрес. Снять со счета. Вывелись. Идем в кошелек. 0,50. Вот они прибыли. Третий. Это я закрываю. Трейдинг. Кликаю сюда получить. Окей. Майн баланс. Домашний. Так, здесь я что? Тут у меня нет ничего. Пока. Секундочку. Здесь у меня нет ничего. Так, иду на страничку. Так, вывод, ребятки. У меня здесь 0,275. Как я говорила, вот здесь есть. Я могу так зайти. Выйти. Здесь у меня пока по нулям. Возвращаюсь в базик аккаунт. Это стираю. 0,275. Сюда кликаю и ставлю точку. Сюда прописываю адрес кошелька, кликаю. Все, вывелись. Идем в кошелек. 0,275. Так, это третий. Четвертый. Авторизуюсь. Скрываю. Трейдинг. Здесь я так кликаю, собираю. Возвращаюсь в мой баланс. Сразу я кликаю вывод. 0,95, но я могу кликнуть промо аккаунт. Здесь по нулям. Значит, я вывожу с этого счета. Ой. 0,95. Кликаю здесь. Ставлю точку. Ставить вывод. Кликаю. Все, вывелись. Иду в кошелек. 0,95 прибыли. Вот они. Следующий. Логинюсь. Это я скрываю. Иду в трейдинг. Тоже кликаю сюда собрать. Мой баланс сюда. Кликаю вывод. 0,45. Но надо проверить промо аккаунт у меня по нулям. Возвращаюсь в базик. Кликаю 0,45. Сюда точечку ставлю. Вставляю адрес кошелька. Вывод. Вывелись. Идем в кошелек. 0,45. 28.12. Это все сегодня. Как видим, все. И вот мой последний. Это уже предпоследний. А последний вот я делала обзор на него. Не просит авторизоваться. Логин. Это я закрываю.
Также трейдинг. Это вот здесь я кликаю собрать. Все, я собрала. Идем сюда. Так, кликаю вывод. Мне 0.45. Также проверяю. Вот этот у меня по нулям. Точечка. Здесь уже адрес прописан, как бы он сохранился. Кликаю вывод. Все. Я все свои монетки собрала. И 0.45. Все, я на сегодня все монеты собрала. Теперь до завтра. День 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. 7 проектов. И вот этот вот у меня последний проект. Кому интересно, заходите. Неинтересно, ребятки, пройдите мимо. Мне понравились эти проекты. Такие вообще прикольные, нормальные. Вот. Но здесь я вывожу по-разному. На промо-аккаунте вот этот промо-баланс. И я выводила оттуда и плюс вот у меня 2.13 трона я выводила. Выводила я оттуда еще неплохо. Так, а вот плюс 10.25. Они не каждый день бывают, но бывают. Здесь плюс вообще 97.37, но неплохо. Вот, как бы, ну, так как-то я собираю так ежедневно я. Захожу с утра, сразу пройдусь по всем, соберу монетки и до завтра. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!